27 ноября, день Филиппа. Филипп относится к числу 12 апостолов. Происходил из одного рода с Петром и Андреем. Был призван в ученики вместе с ними. Он был женат и воспитывал дочерей. Проповедуя христианство, прославился большим количеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать. Как-то раз на него напали язычники, хотели побить его камнями. Филипп воскресил покойника, которого проносили в это время на носилках. Сегодня начинается Рождественский или Филиппов пост. В народе этот день называли Филиппово заговение. Заговение – это последний день, когда можно есть обычную пищу, а также куделица, то есть доигрывают последние свадьбы. Сегодня выносили еду для домового за пределы жилища. Это делалось для того, чтобы домовой сохранил скотину в течение зимы. Народ верил, что после такого подношения она не будет болеть. Начиналось массовое приодение. Женщины по вечерам собирались вместе. Называлось это бабьи засидки. Пряли пряжу и проводили время за беседами, шутками и прибаутками. Говорили, у ленивой пряхи нет рубахи. Наказывалась лень и отказ от работы. Сегодня многие девушки гадали, оставляли кусок говядины от ужина и клали его под подушку, приглашая суженого заговеться. Верили, что после этого во сне увидят жениха. В некоторых областях России сегодня проводили обряд изгнания тараканов. Для этого всей семьей вытягивали за нитку таракана, которая была привязана к его ножке. Считалось, что это изгонит тараканов из дома. Приметы. И не сегодня утром к богатому урожаю овса. Если иния нет, а день в целом выдался теплым, это к неурожаю. Пошел дождь на Филиппа, можно надеяться на богатый урожай пшеницы. Если сегодня ворона каркает, скоро будет оттепель. Облачность или снегопад предвещает осадки в мае. Если не сыграешь свадьбу до сегодня, то до следующего года семьи не сождашь. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон куром попей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам-